Образование доступное для всех. В Челнинском обществе слепых нам рассказали о возможностях для незрячих горожан. Медицинский колледж соседнего Нижнекамска по программе президента Республики Рустама Миниханова ведет обучение незрячих студентов по специальности массаж. Обучение длится 3 года. Получить его можно не только как первое образование, но и вторым. Главное быть не старше 40 лет. Каждый год открывается набор в группу из 12 человек. Обучение бесплатное, как и проживание в общежитии. 4 челнинца уже подали заявки. Это больше, чем в прошлом и позапрошлом годах. Расширились и критерии поступления. Теперь не требуются группы инвалидности. В этом году у нас есть новшество. По согласованию с администрацией мы приняли решение о том, что мы можем теперь набирать еще и тех людей, которые имеют слабое зрение. По заключению врача имеется нарушение здоровья по зрению, но не имеется самой группы инвалидности.